Эту песню мы захотели еще раз исполнить, потому что, на наш взгляд, она энергетически на артиста, который сейчас появится на сцене, ложится просто идеально. Ярослав Дронов, «Я тебя люблю». Мы с тобой номер один! Мои очень хорошие знакомые придут меня поддержать, их будет много. Я думаю, что я буду это чувствовать. Я тебя люблю! У меня было ощущение, что я подсмотрел такой кусочек хорошего рок-концерта. Я считаю, что это был самый яркий номер у меня на проекте. Выступление Ярослава Дронова для меня – это тонкая музыкальность, внутренний профессионализм, музыкальный вкус. Когда ты удовлетворил свои амбиции на проекте, ты думаешь о победе и о том, что будет дальше и после проекта. Ярослав Дронов. От этого кругом идет голова, только тебя поцеловать. Это словно кислотный распад, как на асфальт с неба упасть. Зачем мне это, зачем, с кем бы я был, да мало ли с кем. Одевает и всех темнота. Только с тобой было не так. Только с тобой было не так. Любимая, но я тебя люблю. Люблю, люблю. С тобой одной хочу. С тобой хочу. Но я тебя люблю. Люблю, люблю. С тобой одной хочу. Ярослав Дронов! Ну, как ты считаешь, сегодня ты выступил лучше с этой песней, чем первый раз? Или по-другому? По-другому. По-другому были другие эмоции, была другая энергетика, был другой внешний вид, было другое настроение. Ну, вид у тебя зачетный сегодня просто. Спасибо. Что надо? Не отдам. Носи. Ну, а как нашим судьям сегодня выступление Ярослава? Игорь Юрьевич. Ну да, конечно, прошло-то мало времени, пару месяцев, может быть. Как раз мы сейчас говорили с Аллой Борисовной, а нельзя ли просто показать по телевизору то старое выступление и сказать, что вот, дескать, прошли годы, а концерт тот же самый. Но нет, очень хорошо, что мы сегодня повторяем в живом виде, и я вижу, как человек изменился буквально за 1.5-2 месяца. Меня повеселило. Знаешь, тогда ты был тогда начинающий сумасшедший, помнишь, да? Так неуверенный, так можно ли быть сумасшедшим? Как это оценят? А сейчас ты уверенный в себе, заслуженный сумасшедший России уже, у тебя звание уже. Ты уже, да, понимаешь? Да, так уже уверенно потрепал по башке барабанщика. Первый шаг к народному сумасшедшему. Да, через 5 лет дадут народного сумасшедшего уже. Ну, меня повеселило, я поностальгировал, вспомнил, как все начиналось. Вот, как строили лодки. И лодки звались Ярослав Дронов, понимаешь, и все остальные. Не лодка, а! Да.
Корабль просто уже просто. Уже корабль, да. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь. Лулу сидит с таким очаровательным выражением лица. Ну, сижу, потому что опять понимаю, что товарищ Дронов в своей лодке. Опять он здесь хозяин сцены, и это здорово. А мне... Корабль, корабль, у нас уже корабль. Хозяин корабля. Мне только показалось, что немножечко, ну, подустал, может быть, эмоционально подустал, потому что обычно у него так глаз горит, как-то так он вспыхивает, и это так сразу притягивает. Вот мне как раз сейчас, я пожалела о том, что, вот как Игорь сейчас сказал, что вот уже уверенный, уже состоялся. Но мне кажется, мы немножечко сбили вот такой, ну, как бы... не критикой, да, но не совсем поощрением тебя в дуэте. И мне кажется, это немножечко отложилось, ты начал себя так чуть-чуть сдерживать. А я хочу того Дронова, который себя не сдерживал наотмашь. А вообще браво. Спасибо, Валерий. Спасибо, спасибо. Наставник суровый почему-то смотрит как-то так. А, да нет, я понимаю, что проект уже скоро заканчивается, а еще не всю одежду использовали. Вон, даже Алла Борисовна умудрилась уже сегодня поменять образ в какой-то момент. Ну, жарко просто в коже сидеть. Я понимаю, да. Мне, вот если бы я тебя просто вот увидел на улице, мне показалось бы, что молодой человек просто стырил из магазина одежды. Очень, знаешь, на себя в примерочный надел. Ему идет. На нем это сидит и смотрится. Понятно. Понятно. Лулу, как тебя зовут. Не мешай ему высказываться. У него свой вкус. Это правда. А что касается выступления, мне кажется, что очень хорошо, что по-другому, очень хорошо, что еще легче. Мы уже видели эту песню в одном виде, да? Сейчас мы увидели хорошее, легкое выступление, рабочее выступление песни из своего репертуара. Отлично, нормально. Спасибо, Роман. Мне бы очень хотелось услышать резюме от Аллы Борисовны. Ну, я вижу самостоятельного человека. Самостоятельный выбор одежды, самостоятельный подход к песне, по-новому все. Молодец! Все, что я могу сказать. Держи так курс и дальше, товарищ капитан Дронов. Спасибо, Алла Борисовна. А я призываю сейчас наших уважаемых телезрителей... Пора отправлять СМС с цифрой 7 на номер 1819 или звонить по телефону 8-800-333-49-07. Капитан Дронов очень на вас надеется. Ярослав Дронов!